Моя жена Лиля, меня звать Александр, наша фамилия Быков. Ну, это я, Быков, на это я уже просто по на еврейский манер это говорю. Мы приехали сюда с двумя младшими детьми. Вот. Приехали мы вообще в Софию. В Софию там проводили семинар. Вот, в церкви Божией у пастора Игнатова, Павла Игнатова. Проводили семинары, потом поехали отдохнуть немного. Вот. Сейчас сначала Лиля пускай. Бог поручил мне сказать кое-что, дорогие братья и сестры. Есть слово, так слышно? Так. У меня есть слово. Я не знаю, если есть среди вас кто-то из народа Божьего, из евреев. Но я скажу просто свое короткое свидетельство. Я еврейка, и я живу в Израиле. И это правильно, потому что Бог, который сотворил небо и землю, который знает, сколько у нас волос на голове, который знает каждые наши мысли и наши чувства, и Он великий Бог, имеет план для еврейского народа. Он сказал, как я вас рассеял, я вас так и соберу, что придет время, и я соберу еврейский свой народ. У меня нету времени, у меня есть мысли рассказать, почему свой народ, чтобы никто не имел ревности, что мы какие-то особенные евреи. Ну, нету времени это рассказывать, я просто скажу, что если Бог сказал, что я собираю, никто не должен противиться. Никто не должен противиться Богу и не собираться. Я пришла в церковь, отдала свое сердце в 98-м году. И в 99-м году, когда я уже на первый раз прочитала Библию, я уже была в Израиле. Потому что в Библии я прочитала, что я собираю свой народ. И я собралась. Мне было что терять. У меня было два бизнеса. Один бизнес я ездила, товары перепродавала. Это был большой бизнес. И маленький бизнес я дома подстригала, у меня была стабильная клиентура. И я жила одна с дочкой. И я просто поняла, что все мои планы, которые я настроила, они ничего не значат. Потому что Бог меня должен собрать. И то, что я планировала, я все убрала в сторону и сказала, Бог, я собираюсь, и я еду. И я подарила квартиру пастору, и я собрала необходимые вещи, как мне советовали, что надо взять, и приехала. И Бог, Он заботится о каждом, кто говорит Богу «да», Он потом благословляет. Он не бросает никого. Если ты покорен Богу, Бог позаботится о тебе. Не переживайте, не бойтесь. Но мне очень повезло. Я приехала, я сразу прилепилась к церкви поместной. Обо мне позаботились. А через 2,5 года Бог дал мне мужа. А потом еще после 40 лет я родила 2 детей. И я довольна. Нету такого, что я прямо там очень богатая, и все там у меня через край переливается. Но то, что есть, я очень ценю, и я благодарю Бога. Все, я не могу больше говорить. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Меня звать Александр Быков. Я вообще родился в Казахстане, тоже в город Павлодар. Вот. 20 лет уже живу в Израиле. Вот, мне 55 лет. Вот. Я расскажу немного свое свидетельство. Я родился в семье, у меня отец бывший вор в законе. 12 лет свои он перенес блокаду. 12 лет, когда его уже эвакуировали с блокадного Ленинграда, эвакуировали его на Урал, он украл 3 булки хлеба. Ну и его, естественно, от нашей любвеобильной советской власти, когда поймали, то дали за каждую булку по 1 году. Вышел он в 15 лет.
уже вышел сын воровского полка. И у него пошло дальше, дальше, дальше. Но пришло время, когда Бог, это Божий был план. Он его отвел, он отошел от дел, он сказал, все, я, говорит, я оставляю. Уехал в Павлодар. Вот. Но все равно у нас район был бандитский район. Я родился в бандитском районе, я рос. И в результате всего, всех этих вот вещей 16 лет свои я справлял в тюрьме. Мне дали 5 лет. 5 лет отсидел, я считал, что я стал хорошим человеком. Я не воровал много, понимаете? Я не был жестоким сильно. Ну, все в норме, знаете, как говорится, хороший человек. Я же не Гитлер, я не Сталин. Вот. Но наступил такой момент, когда в 93-м году в Казахстане меняли валюту, и я занялся валютными операциями. И я оказался в Москве. И меня должны были убить. Я вышел из этой среды, я знаю ее не изнутри. Не снаружи, так сказать, где-то со стороны, я ее знаю изнутри, эту систему. И я знал, что меня должны были убить. И я, но при этом я свободно передвигался по Москве, но в 6 часов я должен вечера, должен был прийти на встречу, я знал, что меня убьют. И внутри меня начало подниматься. Я понимал, я начал понимать, что мне надо к Богу. Куда идти? Я не знаю, куда. Я шел. Пришел на Красную площадь, Смотрю, там церквушка маленькая стоит. Помню, еще на ней табличка висит. Была разрушена в 1921 году, восстановлена, вот в 1993 году только восстановлена, и на ее открытии присутствовал Ельцин сам. Я зашел, поймал попа, говорю, мне надо покаяться. Он говорит, о, у нас так не делается, иди попастись. А завтра в 10 часов приди. Я ему говорю, слушай, я до утра не доживу, а ты мне говоришь поститься. Он говорит, ну я ничего не могу тебе сделать, ничем не могу помочь. Я понял в этот момент, что мне от человека нечего ждать. Человек мне не поможет. Просто. Я встал в стороне вообще. Мне уже все равно было, люди ходят, кто-то, что-то там, делегации какие-то двигаются. Мне все равно было. Я просто встал и обратился к Богу. И в этот момент я реально почувствовал, что Бог рядом со мной стоит. Он стоит и слушает каждое мое слово. Он не только слышит мое слово, Он хочет. Я вот просто, вы знаете, в этот момент я чувствовал его сердце. Он хочет слышать каждое мое слово. Это было для меня удивительно. Как, Бог, ты хочешь слышать, чтобы я к тебе говорил? После этого в мое сердце пришло мир. Я не знал, я в этот момент не читал Библию. Но, знаете, меня никто не тронул. Я поехал спокойно. Меня никто не тронул пальцем. Потом я узнал, как всех вытрясли, кто участвовал в этой операции. Всех вытрясли. Про меня забыли. Но, вы знаете, я начал искать Бога. И я попал в колдовство. Вы знаете? И мне говорили, ты такой талантливый. Почему? Потому что, вы знаете, дары и призвания, они не приложены. Вы знаете, в Танахе вы называете его Ветхим Заветом. Это неправильно. Неправильно. Нету Ветхого Завета. Когда ты говоришь Ветхий, это значит что-то старое, уже ненужное. Многие поэтому христиане Ветхий Завет не читают. Но это очень важная часть. И вот в Танахе нету ни одного раза, чтобы Бог говорил лжепророки. Когда он говорит, должен обращается, где у нас написано на русском языке лжепророк, там он говорит пророк. Почему? Потому что он этих людей призвал быть пророками, он дал им дар, но они используют. Это антенна, знаете, это антенна, куда, в какую сторону ты будешь ее использовать. Вот меня сатана начал утаскивать туда. И мне говорили, вау, ты такой талантливый. Ну действительно, происходили какие-то вещи, я видел духовный мир. Но внутри все равно не было вот удовлетворения. Я в газете прочитал Библию. Напишите нам, мы вышлем вам Библию. Я написал, выслали мне Библию. Вау, я начинаю читать, какие-то места вообще непонятные. Я прихожу к попу одному, говорю, что тут написано? 1 Коринфянам 14 глава. Про языки, что такое? Он говорит, а это вот то, что мы, говорит, здесь это говорим. Но я посмотрел так, точно, ничего не понятно.
Ничего не понятно. Вот. Но сейчас-то я знаю, в чем дело. И однажды потом, в 97-м году, Бог взял меня за руку, говорит, пойдем, хватит тебе. И он привел меня в церковь. Как раз только приехал пастор Александр. Вот, и я остался в церкви. Но вы знаете, я к тому времени уже я знал, что Бог есть. Он меня освободил. Во-первых, он меня спас от смерти. Я живой. Потом он меня освободил от курения. Я просто с ним заключил договор. Я сказал ему, Бог, я знаю, что ты есть. Я сам не могу бросить курить. Помоги мне. И договорился. Вот день рождения, я выкурю последнюю сигарету и освободи меня. Утром просыпаюсь, у меня уши не пухнут. Семечек не надо, вы знаете. Не надо еще сказать семечек. Жвачку не надо жевать. Я был полностью свободен. Потом я через какое-то время, пару недель, я закурил сигарету, взял, но я понял, что она мне не нужна. Просто, понимаете? А вот когда пришел в церковь, я еще в то время принимал наркотики. Вот. И вы знаете, проходит неделя, я приезжаю к своим друзьям и начинаем говорить о Боге. Вы знаете, такой Бог, вау, вау, вау. Они на меня смотрят, говорят, ты что, говорит, опять под кайфом, что ли? Я говорю, а в чем дело? Она говорит, ну что ты тормозишь? И тут я замечаю, я всегда матерился очень сильно. И я тут замечаю, что у меня мысли идут с матами. А Бог я разговариваю, говорю с матами. Понимаете? Но дело в том, что я говорю нормальное слово, а мат – пауза. Я не могу говорить. Понимаете? И я внутри говорю, Бог, что это такое? И тут четко слышу послание Иакова. Я думаю, так, что за Яша там такой? Нарисовался. Приезжаю к пастору, говорю, пастор, вот так, что за Яша, объясни мне. Он открывает мне Библию, я читаю там, что может ли с одного источника течь чистая и горькая вода, сладкая и горькая вода. Не может быть, не может этого быть. Знаете, и потом даже в течение месяца у меня мысли очистили. И то, что я не матерюсь, я знаю, что это не моя заслуга, это он сделал. То, что я бросил курить, это не моя заслуга, это он сделал. Мне вообще нечем хвалиться, вы знаете. Когда Бог меня призвал, это в 98-м году сам пришел и сказал, что он избирает меня пророком, то меня, знаете, аж расперло. Вау, где моя ковровая дорожка? Я приходил в любую церковь, я думал, сейчас был обижен, знаете, обижался на Бога, ругался с Ним. Кто не ругался с Богом, а? Поднимите руку, а? Никого такого нету. Ты одна, что ли? Вау, ты святее меня, честно, сестра. Честно. Все мы ругаемся с Богом, понимаете? Мы можем не признавать это, но очень часто мы возмущаемся, мы говорим, Бог, ты не прав. Вот сделай вот так вот. Если ты это не сделаешь, то это все пропало. Все пропало. А Бог говорит, слушай, говорит, ну я же Бог все-таки. Я изначально знаю. Вы знаете, однажды мы оказались вне времени. Вне времени. И вот время, мы видели это время. Вот оно, время перед нами текло, понимаете? А Бог стоит вне времени. Он в твоем прошлом. Он в твоем сейчас будущем, в настоящем и в твоем будущем. Если бы его не было в твоем будущем, то есть в твоем прошлом уже не было бы, то твое прошлое бы исчезло, ты бы его не помнил. Но он там находится. И именно поэтому, когда мы молимся за исцеление человека, происходят чудеса. Почему? Потому что Бог там. В тот момент самый, когда это происходит, вот только началась эта твоя болезнь, или произошла какая-то катастрофа, Бог в тот момент, он был там. И он это просто берет, задавливает. И это происходит прямо сейчас. Является в настоящем времени. И пум, человек моментально исцеляется. Не знаю, вот в этой поездке у нас хорошее помазание было на исцеление от глухоты. Понимаете? Классно. Классно. Я, понимаете, я знаю просто, что Бог, когда призывает, он призывает нехороших людей. Он призывает грешников. А хорошему человеку очень трудно покаяться. Вот пастор говорил об этом. Ему трудно, понимаете? Потому что, ну что, я же хороший человек. А начинаешь с ним проходить по 10 заповедям, на первых трех уже ломается. Или он начинает просто врать. Я никогда не воровал. Да ты что? И конфетки даже со стола.
В Советском Союзе я узнал однажды, проводили такой эксперимент, коммунисты взяли. Взяли детей, отделили от родителей, так. И вот прямо с детства, с пеленок, начинали их воспитывать в коммунистическом режиме. Духи такие, все праведные. И что вы думаете? 3 годика, они врут, обманывают, изворачиваются, как это, крадут. Откуда они все это набрались? Вот она. Господи, вот я грешник. И все. Вот я стоял, когда в Москве. Я ему сказал, я ему выл, сказал это. И он меня не оставил, он просто взял, начал меня вести. Он начал меня тянуть за собою. Когда я не мог идти, он меня нес. А очень часто это было, кстати. Знаете, мне понравилось, как наша хороший друг, наша подруга, она сейчас в Лондоне. Она, было такие моменты, когда она говорила, «Жив Господь, перед которым я лежу». Понимаете? Она не могла. Главное, ты, понимаешь, главное вот, главное в этот момент, если ты не можешь стоять, стой на коленях, сиди. Если не можешь сидеть, лежи, понимаете? Если не можешь лежать, хотя бы глаза в то направление поправь, понимаешь? И Бог тебе поможет. Поможет. Не было ни разу, когда я доверял Богу, и Он подводил. Ни разу в моей жизни этого не было. Ни разу. Да, Он требует от тебя. Он требует от тебя твоей жизни. Он просит твою душу. Дай мне твою душу. А наша душа, это знаете как? Вот, многоэтажный небоскреб. А на каждом этаже еще есть квартирки. А в этой квартирке есть много комнаток. И мы это все прячем. А Бог говорит, отдай, ну, сразу ты не можешь отдать все. Отдай хоть по этажу. Я буду тебя забирать по одному этажу, а буду давать тебе другое что-то. Вы знаете, я не жалею то, что Бог, я отдал Богу свою жизнь. Не жалею, никогда не жалел. Я просто знаю Его. Я знаю Его, того, которого я уверил. Я знаю Бога Израиля. Я знаю того, кто сказал, я Бог Израиля. Я Бог Израиля. Я Тот, который был, есть и будет. Вообще вот это вот, на иврите есть глагол один, так? Глагол один. Его нигде не увидишь, ни в одной глагольной таблице его нету. И его обходят всегда вот так вот. Потому что будущая форма глагола в мужском роде, знаешь, как звучит? Яхве. Я воплощусь. Я воплощусь. Когда Господь сказал, говорит, что я Яхве, я воплощусь. И для раввинов это вот так вот. Как это? Вау, Бог воплотится. Да, Бог пришел и стал человеком, чтобы мы имели жизнь. И жизнь с избытком. Это может не жизнь, понимаете? Это может не финансы. Хотя нам финансы – это главная жизнь. Понимаете, главное вот здесь вот. Здесь. У меня радость, всегда радость в сердце. Я могу это, я всегда могу шутить. Когда мне что-то трудно, у меня наоборот юмор прорезается. Знаете, я могу шутить. Аллилуйя. Спасибо вам. Спасибо, я благословляю вас. Если пастор разрешит, то потом это после уже служения я могу послужить людям. Спасибо большое. Аллилуйя.